Здорово, что начались уже официальные игры, уже чувствуется и по количеству зрителей, что уже начался турнир. По поводу игры, конечно, был немного тыр-пыр. Вот. Надеюсь, что в качестве чуть добавим со временем. Но самое главное, что мы выиграли, и самое главное, как я уже только что сказал, что ребят, которые только пришли, они отметились первыми голами, это их раскрепостит, и я их поздравляю, надеюсь, что дальше будем выигрывать. Сегодня так не сказал бы, что доволен своей игрой, поэтому надо добавлять. Моменты есть, да, как бы пока не получается их реализовывать, но самое главное, чтобы реализация была в сезоне, вот, поэтому буду сейчас стараться добавлять.